Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Silent Hill Downpour. В последней серии мы в этом кинотеатре завершили квест на, собственно, на те три куска пленки. Это было довольно-таки необычно. И сейчас мы пойдем искать другие сайт-квесты, которые меня давно просили все сделать. Потому что, как я понимаю, в остальном-то игра уже близка к завершению. Поэтому давайте двигаться дальше, что ли. Особо не вступаем в никакие драки, потому что, ну, у нас жизни на пару ударов все еще. Так, Мерфи, выходи давай. Допустим, тот квест с вором, который мы прошли, просто там нужно было, оказывается, под кровать залезть. Это было не очень очевидно, но раз просите, то давайте сделаем. Я не знаю, сейчас по дороге, может, еще что найдем. Вообще, мы находимся вот здесь. Блин, карта. Мы находимся вот здесь. А нам бы хотелось попасть куда-то вот сюда, видите, где вопросик? Да у нас тут много мест, куда нам хотелось бы попасть. Все вопросики, это, я так понимаю, разнообразные места, да? Да. Так, подожди, а тут что за вопросик? Прямо напротив кинотеатра. Мне бы, конечно, хотелось вот сюда, вот на... Ну, поняли. Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас такое снаружи, по ту сторону кинотеатра, как говорится. Потому что я там 100 раз был и какого-либо намека на сайт-квест не замечал. От монстров будем убегать, ибо нечего. Да и вообще не хотелось бы потерять свой багор, который помогает нам упустить всякое разное. Где-то вот тут показывает. Возможно, они имели в виду подземку. Мне кажется, вот она, да? Что это такое? Тут я еще не был. Так, сохранение. Хорошо. Судя по тому, что тут ноги этих вот этих самых, которых, как вы знаете, я очень люблю. Сейчас меня могут и убить. Так, эта дверь успеется. Тут еще дверь. Так, ладно. Эта дверь не открывается. Так, сюда мы успеем пойти. Мне сначала интересно, что у нас вот здесь. А здесь у нас просто примерочная. Так. Что это такое? Просто курево. Интересно, кстати, вот когда я буду все эти картины уже вешать, которые ношу, а где мне их можно будет повесить? Не здесь ли? Какая-то шняга лежит. И что это вообще такое? Ага. Так, хорошо. Не особо хорошая картина. Аптечка бы, конечно. Это было бы прелестно. Так, а это куртка случаем не Шепарда из Silent Hill Homecoming? Теплая куртка. Мне ее, видимо, куда-то надеть нужно, на какой-то манекен. Или что? На себя-то я ее надеть не могу, я так понимаю. Явно нет. Так, ну не сюда. Блин, Мерфи, что ты как-то прыгаешь по-странному. Так, ну все, тут больше ничего нет. Куда же ее пристроить-то, эту куртку?
Может, куда-нибудь на тебя, скажем, или вот сюда. Или мне ее примерить, может, надо. Нет ответа. Так, ну я в замешательстве. Ну, взяли мы эту куртку, что это нам дает? Применить-то ее все равно некуда. Сейчас я еще раз вот так оббегу все. Но я, честно говоря, не вижу, куда можно было бы ее пристроить. Тут мы ее взяли. Все, похоже, выходить надо. Сюда ее применить не получается, к сожалению. Все, выходим. Может, мне ее оплатить как-то надо? Нет. Эта дверь не хочет открываться. Это вообще похоже на улицу выход какой-то. Ну ладно. Как хотите. Какие проблемы? Я не понял, правда, что это было, но... Наше дело маленькое. Так, а сейчас попробуем пробираться куда-то дальше. Туда, куда я собирался. Так, мимо кинотеатра, через Лоран или Логан, или через парк Логана, куда-то вот сюда. Хочу разобраться с полицейскими машинами. Так, ой, там у нас бабаечка. С полицейскими машинами, чтобы они ездили мне, не портили нервы. Да и хочу разобраться, там еще одна секретка, которую меня просят посмотреть. Вот как раз где вопросительный знак. Вроде там что-то прикольное. Так, ладно. Блин, ну в кинотеатре было круто, конечно. Это вообще офигенно. Конечно, пришлось поломать голову, там было все не очень так очевидно. Что же у нас вот в этой двери? Я вообще не понимаю, мы просто зашли... Так, где оно? Просто зашли, и в итоге это нам ничего не дало. Неужели тут вообще ничего нет? Давайте еще раз осмотримся. Ну, по-моему, ничего. Двери заколочены. Огнетушитель. Ну вот и все. Мы упираемся в какую-то дверь, которая закрыта. Я не знаю. Вроде как тут ничего и нет. Может, мы как-то оттуда потом выберемся. Ладно, история об этом умалчивает. Может, мне в комментариях кто-нибудь напишет, если я к тому моменту уже не пройду игру. Потому что серии-то предзаписываются, как вы знаете. Вот эта серия у нас попадет ориентировочно в четверг. То есть сегодня понедельник. В понедельник я записываю вечерком. Так, ладно, давайте через парк пройдем. Игра, ты тормозишь. Игра, не тормози, пожалуйста. Так, тут куда? Хорошо, в ту сторону это... Игра, ты тормозишь. Тихо, это что? Что произошло? Я не понял, что это было. Я надеюсь, мы никуда нам по сюжету нужно было пошли. Потому что по сюжету нам вроде как-то куда-то на север туда нужно было двигаться. Мы, скорее всего, просто перемещаемся в другую часть города. Да, слава богу, это так. Так, аптечку, пожалуйста. Не знаю, я уже столько времени с этими царапинами бегаю, что они уже зажили бы просто. Ой, игра, что ж ты так тормозишь-то? Так, подожди. У нас, кстати, вот тут вот где-то
Насколько я помню, была лестница, которую можно было опустить. Или нет? Так, ну вот это ведет прямиком, да, к этому зданию. Ух, игра, игра. Какая же ты сырая. Какая же ты сырая. Выдавать при перемещении просто по городу, когда даже ничего не происходит -то толком. Сколько вот сейчас? Ну, кадров, наверное, 15. Я на глазок, конечно, не могу определять, но по ощущениям примерно так. Так, еще одно метро, которое было закрыто. Сейчас где-то тут я могу нарваться на патрульную машину. Вон она едет. Давайте прижмемся к стенке. К стенке, Мерфи. Не хочу драться с четырьмя сразу. Они, конечно, пассивные, когда дождь. А, когда дождь, они пассивные, а так-то они довольно агрессивные. Так, где я нахожусь? Карту, мать твою, карту мне показывай. Что ж ты неудобный-то такой? Так, я почти дошел. Хорошо. А тут у нас что? Судя по тому, что подсвечено, мы там можем войти. Нет, навряд ли. Так, больше дверок особо не видать. Хорошо, все, дошли. Сейчас посмотрим, что же такое там. Я не знаю, как только я прошел мимо этого места, мне сразу человек 10, наверное, попросили вот сюда зайти. Ну давай посмотрим. Надеюсь, это будет... Тихо. Офигеть. 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 Вот это офигеть просто. Блин, у меня слов не находится. Вот это круто. Это же комната из Silent Hill 4. Ваш кэп. Так, Мерфи, пожалуйста, убери вот этот пистолет и этот убери. Я не знаю, как тебе заставить их убрать оба. Да что ж ты делаешь-то? Ой, я не знаю. Ну, блин, это же комната из Silent Hill 4. Я могу тут что-нибудь? Я не знаю, это... Сколько я там бродил в свое время по этой комнате. А ванна открыта? Может, мы сейчас из ванны сможем какие-нибудь параллельные миры пройти? Нет. А спальня? Нет, тут все закрыто. Ну, даже в таком виде это, по-моему, шикарно. Обалдеть. Это скорее пасхалка, да? Так, ну ладно. Все, я так понимаю. По крайней мере, пистолет взяли уже хорошо. Вот, вот что нам нужно. Давай, Мерфи, лечись. Так, ну ладно. Спасибо, что посоветовали. Это пока что самое крутое, что я видел в этой игре. Это, по-моему, шикарно было. Сейчас мы пойдем в полицейский участок. Как-то те частоты подберем. А потом, что у нас еще осталось? А, ну да, апартаменты вора. Хотя мы сначала через апартаменты вора, я думаю, пройдем. А потом уже пойдем в полицейский участок. Вот с этими квестами разберемся, а потом уже двинем дальше. Так, полицейский участок. Туда мы попадаем, по-моему, через... Ну, где-то здесь. Я надеюсь, нам Багор больше не понадобится, потому что два пистолета мне больше хочется с собой носить. Притом особо не трачу их на всяких
на всяких монстров. Ой, ой, ой. Да, блин, а. Так, не вступаем в бой. Пошли они нафиг. Тут у нас хода никакого нет. Блин, ну отвяжитесь от меня, пожалуйста. Когда дождь, они, как видели, вообще пассивные. Да, я так и знал. А вторая сейчас на спину напрыгнет. Постараемся не встревать. Так, где здесь выход? Ой, геймпад разрядился практически. Так, ладно, куда-то идем. Не знаю куда, но... Ой, вот тебя-то мне точно не хватало. Да падай. Я просто хочу узнать, что за твою дверью. Угу, еще какой-то секретик. Секретики мы любим. Патроны, интересно, общие, нет? На эти два пистолета. Давайте походим золотым. Так, что это такое вообще? Куда мы попали? Подобрать. Так, что это такое? Делала, картина в твоей коллекции. Мы ее хотим в публичной галерее, а не в частном доме. Так, я пыталась связаться с вами, чтобы предложить купить эту картину. Но после того, как вы отказали мне, вы не оставили мне выбора, кроме как взяться за дело. Короче, по-плохому решила все решить. Будет очень плохо, если детали самоубийства вашего сына станут публичными. Дайте мне картину, и я вас уверяю, что эти детали никогда не увидят свет. Откажите мне и наблюдайте за последствиями. Ваша Мелисса Матлан. Какая стерва. Картины продавать не хотели, так она... Вон что начала творить. Так, это не клич на полу лежал? Блин. Насколько большая карта? 3 на 3? Может, мне не нужна целая карта, чтобы найти сокровище? У кого пропавшие картины? Так, понятно. У нее тут целое досье на тех, кто не хотел возвращать ей картины, потому что она думает, что с ним связано какое-то сокровище. Так, ладно. Возможно, картину нужно тут где-то раскладывать. Давайте по порядку все. Отсюда мы пришли за эту дверью. Ну как по порядку? Сюда я спускаться не особо хочу. Там что-то как-то не особо хорошо. Здесь у нас этот кабинет. Здесь туалет, я так понимаю. Мерфи, не сдернешь? Нет, тут не хочет. А здесь у нас, собственно, галерея, понятно. Мне картину отсюда забирать или мне их сюда вешать? Или что мне вообще тут делать? Так, спасибо, что вернули мою картину. Кого-то она уговорила, короче говоря, эти картины ей вернуть по-доброму.
Не вернуть, вернее, а чтобы они тут были, в этой галерее. Так, ну это все хорошо, но я думал, я сейчас вот эти картины, которые у меня, три штуки, я их сюда, но что-то мне не дают их никуда повесить. И это печально. Так, ну остается только спуск вниз. Пойдемте туда тогда. Я уж думал, мы сейчас еще один квест закроем. Ой-ой-ой, что-то тут как-то не особо приветливо. Ничего. Ничего. Блин, большое помещение. Так, мы что, свет можем включить, что ли? Нет, не можем. Так, хорошо. Ух ты. Найдите пропавшие картины. Но у меня есть три картины. О, а тут можно раз, два, три. Семь штук. It's a piece of the map. Ну, допустим, вот так. Давай все сначала сложим. Another map piece. Да-да-да. Как-то вот так, я думаю. Так. Подожди, это что за хрень? Что это вообще такое, я не пойму, на этой картине? Это явно не так. Блин, камера, пожалуйста, убирайся. Явно не так. Так, ну вон там рисунки, по ним можно подбирать. А, ну, я думаю, надо найти еще три штуки, а потом уже от этого танцевать. Не знаю. Но вот это вот явно. Так, подожди, тебя как-то вот так. Блин, выбирайся. Ой, какая же проблема выбрать тебя. Как-то вот так вот это вот. Причем она, судя по всему, с левого края стоит. Так. Да, по-моему, как-то так. Так, тебя пока что куда-нибудь вот сюда. Тебя сюда. Далее. Тебя вот сюда. Так, тут сначала уберем. Ты у нас вот так идешь. Слушай. А я неправильно делаю. Ну ладно. Запомним это место, как найдем еще две картины, продолжим. Вернее, три еще картины, как найдем. Так, ну все, пока можно выходить отсюда, что ли. Фу. Пойдемте к полицейскому участку. Какое-то, вроде тут ничего не происходит, но вот это место какое-то натурально жутковатое. Ладно. Главное запомнить это место, и главное, чтобы этот монстр, которого мы убили, там по новой не появлялся. Хотя, в принципе, можно будет его оббегать. Почему бы и нет? Так, ладно, ну и что, давайте на этом прекратим, наверное, эту серию. В следующий пойдем к полицейскому участку, с ним закончим. Да, будем двигаться, я не знаю, дальше по сюжету или попробуем добить эти сайт-квесты. Посмотрим под настроение, потому что сайт-квесты пока что, ну, среди них были интересны. Вот этот вот кинотеатр, да,
дом с привидениями. Ну, как-то, не знаю, посмотрим, короче говоря. Тем не менее, это, по-моему, круто. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.